специально для подписчиков Underground Art. Сейчас, погоди, я запутался. Отличная летняя погода. Самый кайф сейчас порисовать на улице. Но как раз недавно мне приглянулось вот такое вот техническое сооружение. Его уже неплохо так облюбовали. Ну и что? Я, конечно, понимаю, что закрашивать чужие работы – это и не есть хорошо, но надо делиться. Моя дверь. И она меня интересует в плотно закрашенном виде. Хочу изобразить на ней вот такого вот чувака. И сделать это с помощью трафарета. Чтобы не тратиться на распечатку картинки из листов А4, я транслирую ее на кусок картона с помощью проектора и делаю обводку всего персонажа. Теперь я вижу области, которые мне нужно вырезать. Мне попался не самый удобный картон. Плотный пиздец. Это здорово повлияло на качество выборки. По завершению я сразу же отправился на место. Сейчас важно расположить трафарет максимально ровно. Если есть кому в этом посодействовать, то это хорошо. Картонный трафарет довольно увесистая штука, и надежно его выдерживает только армированный скотч. Я проверял. Первым делом накидываю легкий слой белой краски. На него отлично лягут все последующие цвета. Но если все равно много свободного. Внизу? Угу. Залил неравномерно, чтобы балахон получился объемным. Основной тон буду закрашивать монтановской люминесцентной краской серии Gold. Цвет Flash Yellow. Если накидывать его тупо на черный, то он покажет себя недостаточно ярко. Поэтому желательно, чтобы предварительный слой был светлым. Трафарет выполнил свою функцию. До свидания. Если честно, то мне уже нравится, как все выглядит. Но я пойду дальше и вкину пару цветов в противогаз. Уже прилично стемнело, и я принял решение продолжить работу на следующий день. Глядя на то, что получается, стало ясно, что в некоторых местах нужно пройтись черным, дабы придать четкости, в том числе и маске. Под ультрафиолетовой лампой вся эта кислота кажется наиболее вкусной. Любое творчество – это отличный способ приятно провести время и возможность в дальнейшем поделиться результатом. Если у вас тоже есть что показать, то кидайте на стенку моей группы ВКонтакте. Там оценят. Топтышка, топтышка.